С сегодняшнего дня у Чувашской государственной филармонии новый директор. Им стал Максим Матросов. Указ о его назначении подписал глава республики Олег Николаев. Николай Казаков, до этого 20 лет возглавлявший культурное учреждение, перешел на должность художественного руководителя. Максим Матросов хорошо известен в культурной среде Чувашии. Он был одним из инициаторов создания Чебоксарского международного кинофестиваля. До недавних пор руководил информационным, туристским и культурным центром, который в этом году объединили с филармонией. И теперь у учреждения культуры появятся новые задачи. Как по организации гастролей наших артистов, так и по привлечению приглашенных. До этого функции менеджеров зачастую ложились на самих участников коллективов. Николаю Казакову, как художественному руководителю, теперь предстоит исключительно творческая работа, чему он, как признался сам, очень рад. Чебоксарцев и жителей республики также волнует и другой вопрос – когда обновленная филармония наконец откроет двери? Новый руководитель пообещал, что произойдет долгожданное событие в этом году. Появляется у нас директор филармонии, это Максим Юрьевич Матросов, который будет отвечать за решение хозяйственных вопросов филармонии и, конечно же, за проектную, прокатную деятельность, которая, ну, вот очень серьезная нагрузка станет для этой организации. Я понимаю, что необходимо сохранить те творческие коллективы, которые существуют сегодня в филармонии, способствовать их профессиональному росту, развитию путем участие в совместных проектах с ведущими российскими творческими коллективами, региональными. В планах проведения большой гастрольной деятельности по России и за рубежом.